Так. Пошли страховочки. Пошли страховочки делать. Пошли, да? На. На кой? Два. Три. Сверху. Говорить на телефон. Сверху. Я тебе на телефон поставлю. Сели на колени. Падаем вперед. Пошли в уну. Пошли спинга дряпка перебор. Пошли уну. Ун. Добрый. Дети, хорошо, ставлю стойку. Так, Виктор идет пока к Андрею. Так, кто там у нас? Так. Максим, ты идешь к Денису. Нет. Что, боюсь? Тяжело? Давай ты от Дениса. Хорошо, да. Денис. Дайте я с Ромой. Тяжело. Так. Разрешите взять щиток? Щиток. Да. Так. Так. Идешь к Никите. Идешь к Никите. Сейчас. Так. Рома. Жень, возьми Дан. Дан, Жень. Николай, идешь к нему. Так, 5 минут для разогревания, борьба на руках. Задача захватить туловище противника или поднять. С любого захвата. Только за ноги не берем. И поднять, этот, раз и поднять. Где 3 секунды, только не бросать свой. Готовы? Адрес. Поехали. Стоп. Смотрите. Шире мата. Это ваш. Вот это шире ваш. А это Андрей. Синий. Адрес. Не бросаемся, спокойно борем на руках, без бросков, без подсечки. Дика, если он наклоняется, да, ты видишь, он наклоняется, вверх вот сюда, разрушает. Можно? Ну попробуй это разрушить. Андрей, стоп, Андрей, ты бросаешь. Что на месте, не надо бросаться. Оторвать, потом копать, можно оторвать. Андрей, Матя, Андрей, ты тренируешь?
Вика, можно, чтобы даже выпустить вот смотри, в эту сторону и в эту сторону? Да, выпустить. А он нет. Да. Женя. Да, да. Скажи, скажи, что я тебе разрешаю, вот чуть-чуть выталкивай, в ту сторону и туда. Никита, можешь Максу выталкивать, а Макс имеет право. Дайте руку. Там отойдите, чтобы это все.
Значит, нужно ноги вот здесь. Я не буду ставить, ты мне будешь хорошо. Вот здесь надо лежать. Раз, два. Дальше. Сначала защита должна идти. Не надо ходить, душить, еще что-то. Он повернулся, пока проиграли балл. Не спешите. Там есть такое правило, что если ничего не делаешь, например, делаешь удержание, ничего не делаешь, то через 30 секунд или минуту тебе снимается одну очку. Но если ты ведешь 7-0, 7-2, ну и держите его. Взяли там ногой, подрыгли, и все. Ну, снял балл. Ну, 7-3 будет, ну, 7-4, 7-6. Но ты выиграл. Значит, еще раз, ноги, убери руки. Ноги пусти, а то это обязательно надо держать ногами. Это самое главное. Руки руками, но ногами надо держать. Не надо крестить. Потому что если вы крестите, вот видите, моя нога сверху. Вот если он вот этой ногой поставит сюда, потянет, то у меня получится вот поставить сверху. Вот смотрите, вот еще. Вот сюда. Все. Это болевой прием. Мне. Поэтому вот здесь нужно держать. Дальше. Руки не сверху ставьте. Ставьте хотя бы одну руку снизу. Отсюда. Отсюда ставьте руки. Вы контролируете совсем хорошо. Если он отсюда старается убраться, тогда вы раз, оп, отсюда, оп, прихватили. То есть пусть он уходит. Вы сидите сзади. Даже если вы проигрываете. Держите раз потихоньку. Даже если кто сзади, мне кажется, уже все равно может выигрывать. По большей части. Поэтому сейчас что? Садитесь. Ты не уходишь, но защищаешься. То есть моя задача, я отсюда, хаджимы, все. И ты не уходишь, моя задача тебя задушить. Оп, задушить, защищайся отсюда. То есть я стараюсь его... А тут можно и за лицо душить. Эффективно. Вот интересно, если вот открыть на зубы. Под зубой снимают, не знаю. Да, еще раз. Вот я держу, да? Вот я отсюда хочу забрать и задушить. Защищайся, Коля, защищайся. С одной рукой. Стоять. Так. Защищайся, Коля. Защищайся. Защищайся. Да. Так, стоп. Иди теперь ты. А ну, посмотрим. У меня получится или нет? Садись, ножки. Ой. Вот ты взял. Да, вот ты взял. Значит, я уже могу одну руку просто прижать, да? То есть, чтобы он сразу не вытащил. Этой рукой. Смотрите, да он этой рукой душит, то я должен встречать вот этой рукой. Не это защищать, а вот этой рукой. Давай, души. Вот отсюда души. Вот. Интересно, а если вот сюда руку? Да, Андрей? Да, а что я сейчас показал? Ну, как убежать? Ну, как? Вот как защищать. Ну, вот так. Выйти. Руки держать, как не задушить. Ну, да, нет. Первая защита. Давай. Отсюда, да, начинает душить, да, душить. Отсюда я могу сделать борьбу? Конечно. Я нет. Но попробовать можно будет. Друг, когда хорошая позиция, когда ушла сюда, раз, и отсюда хоп, тогда сделать. Только здесь делать не быстро, а там можно быстро. Потому что если так, никто не подходит, я не подхожу, никто. Все телефоны будете ставить мне. Еще раз, держи. Взял. Все. Моя задача, например, постараться, чтобы он не вытащил руки. Да. То есть постараться, да? Вот он вытащил. Все, я стараюсь его вот встречать. Да. Встречать. Сюда стараюсь встречать. Руку, чтобы повыше, может быть, сюда. А, и полевой. Понятно, да? Значит, что? Я не ухожу. Все. Пошли. Так, да, найдешь с Викой. Вика делает. Нужна я с Андреем. С кем? С Андреем. Так. Ты готов? Да. Ну так давай, что ты сидишь? Давай, вперед, с Андреем. Так, с Ромой. Оля, значит, ты идешь.
Никита, что ты хочешь? Сюда. Нет. Ты берешь Рому, а Никита Макс. Я потом поменяю. Все, первый номер. Первый номер старается за души показать болевой сделать. Такая, знаете, игра в борьбу, рандери такое. То есть я стараюсь вытащить руку, показать удушающе. Через минуту мы меняемся. Аджина? Можно, да, можно вообще локти не держать, сразу начать душить. Что вы делаете? Ну что вы делаете? Что вы рукой занимаетесь? Ну пришли на тренировку, работайте, сядьте сюда. Пришли работайте, нет, идите нафиг отсюда. Не работают еще сейчас, блин. Не ходят, еще не работают. Не получите зачеты все дела, блин. Затрали уже, блин. Вместо того, чтобы с них пример брать, так... Я каждый раз замечание делаю. Хорошо. Да, Макса можно, видишь, пропустился, можно все делать. Мате. Так, Вика к Андрею. Андрей, ты нападаешь, Вика защищается. А ты переходи к нему, да. Вы поменялись, вы поменялись, но мы тоже поменялись. Так же, Мэнди, пошли. А жена, что все? Уж давно надо бороться, блин. Поменялись, боремся. Да, ты не держишь ногами. Одну ногой держишь. Он уже уйдет, он уже сел, уже ушел. Только аккуратно, Мате, поменяли. Спасибо. Так, Сырву, идешь к нему, Макс, идешь к Денису. Макс, да. Даже наоборот, Коля, ты идешь к даму, Жень, а ты перейди вот туда, вот, Никита. Сейчас вообще не... Аджина, пошли. Садимся сзади, начинаем. Сорда? Сегодня. Уже старайтесь, хоп, сразу руку. Мате, поменялись. Надо попнуть. Все, сказал, поменялись, перечерили, начинайте самостоятельно уже работать. Стоп, Мате, скажите, пожалуйста. Вот смотри. Денис, иди сюда. Да? Вот смотрите, какое положение. Вот мы лежим, да? Денис, да? Какое положение для меня лучше? Вот это. Когда его рука здесь, или когда обе руки. Когда сможем. Когда обе под мышкой. Да. То есть, смотрите, если я сразу здесь взял, то у меня, наверное, легче все-таки. Пока он вытащил одну руку. Вот. Я уже как бы стараюсь, держу одну. А вот в этой ситуации, когда две сверху, все-таки это тяжелее для вас ситуация. Ноги эти заправят. Поэтому старайтесь, когда боретесь, сразу постараться, раз руки поймать. Дальше. Коля, стоп. Вот ты здесь держишь руки, а шея осталась. И так. Вот смотри, видишь? Вот. Одна рука защищает отсюда, вторая отсюда. А эта она как бы помогает.
поменялись.